всем, ребята, Хинту на проводе. И прямо сегодня я зашел на аккаунт спустя, мать его, 5 лет. Вы понимаете, 5 лет этот аккаунт был создан в далеком 2017 году. То есть 2017, 18, 19, 20, 21. И этому аккаунту уже 5 лет. Так что присаживайтесь поудобнее. Обязательно прошу меня крыльчу лайк. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, погнали! Ну а теперь давайте я вам расскажу небольшую предысторию этого аккаунта. Этот аккаунт я создал 5 лет назад и подарил Лазерову, а это ютубер, мать его! Ссылка в описании. И чтобы вы понимали, прямо сейчас мы посмотрим, что же изменилось за эти 5 лет на этом аккаунте, который я ему подарил. Ну что же, вначале мы видим то, что у него Рейнджер и Гол 4. Ну, довольно-таки неплохие звания, говорится, все как положено. Теперь переходим в личный профиль, у него КД-161, то есть мы понимаем, что мы имеем дело не с нубом, а с привязанным молодым человеком дольше. 62% побед и лучшее звание рейнджер. Ну, почти как у меня, но у меня-то, ребята, чемпион! Так, ну ладно, смотрим дальше. Союзники, шоп союзников, Феникс. Ой, братан, ну ты нуболимый, я-то в союзниках чемпион! Так, смотрим дальше общую статистику. 1.96, не, ну по КД, конечно, он меня обошел. КД у него неплохое, прям как у какого-то киберспортсмена. Скажем так, не в КД дело, а в его количестве. Ауф! Так, теперь посмотрим историю матчей. На что способен этот малый? Так, смотрим, как он играет. Неплохо, неплохо, почти в 1 КД вышел. Так, теперь давайте посмотрим, как он отыграл тут-то. Тут мы видим то, что он отыграл опять почти в 1 КД. Вот я не понимаю, как у тебя КД 2.0? Но ты даже в 1 КД не можешь выйти. И тут в 1 КД не вышел. А, нет, тут вышел. Ладно, извиняюсь, тут вышел. Ребят, ну то есть вы поняли. То есть парниша, в принципе, играет неплохо. Конечно, ну не так хорошо, каким-то ПК, но тоже. Тоже неплохо. Так, ну что, теперь проходим его клан. У него клан называется Лазероб. Тут нарисован сыр, потому что, по всей видимости, ребята, он любит сыр. Ну, вы сами понимаете, творожок, это все дела. Ну, это он обожает его. В клане всего лишь один участник. Ну, а теперь посмотрим заявочки, друзья. 3200 заявок, друзья. И самый первый у него в друзьях парень по имени Я Какаю. Слушай, вам лёд интересно, есть парень по имени Я Писаю. Пивит, нема, нема. Так, ну ладно, смотрим дальше, смотрим дальше. Так, теперь почитаем-ка личные сообщения, что там ему пишут. Так, ничего не пишут. Привет, 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 привет. Я про шоке, ребята. Ну, то есть, Лазероб, это ничего слышно. Ютубер, он абсолютно всем подписчикам отвечает. Нифига себе. Посмотрите, что происходит, ребята. Просто каждому подписчику отвечает. ПЖ, да, немного голды, я хочу купить нож штанта. ПЖ, да, если не сложно. Конечно, напишу, конечно. Не сложно, вы стали левый. Так, Лазероб, чтоб купил. Так, Лазероб, чтоб купил у подписчика. Как это? Всем ответил, просто чекайте. Всем, каждому ответил. А вот этого братика, которому нужна голда, заигнорил. Брат, надо ему тоже ответить. Надо исправлять эту ситуацию, потому что, ну, не надо злить, не надо злить. Это бедный подписчик, ему очень нужна голда. А теперь мы посмотрим самое интересно то, что вы все ждали, это и на Венатарь. Погнали смотреть. Ой, ой, ох, нифига себе, пацаны. Слушай, можешь его заскамить, ребята, а ну пишите в комментарии. Нифига себе у него инвентарь. Мать моя женщина, вот это люди живут, да? Подарил я аккаунт 5 лет назад, теперь посмотрите, какой он богач. Охренеть, перчаточки, панк! Не панк, не панк. И притом, обратите внимание, то, что на каждом скине есть брелок и наклейка. Посмотрите, АВМ, статрек, бум, вот это люди живут. Вот это я понимаю. Блин, ребята, ну это просто трендец. Просто посмотрите на его аккаунт, я 5 лет не был на этом аккаунте. Кстати, этому АКРТХ, как раз если не ошибаюсь, в районе 4 лет. Поэтому, ребята, у него всего лишь 1700 килов, и это очень мало. Так, ну что, смотрим дальше. Статрек, UMP Base, 3 наклеечки. Но, ребят, мы понимаем, что это серьезный парень. Ну, вы просто посмотрите, какой у него инвентарь. Ну, реально солидный, реально солидный. То есть тут не скажешь, что это бомж какой-то сраный. Desert Eagle Yakuza Статрек! И посмотри на брелок, даже у меня нет такого брелка. Вот это, конечно, да. Так, ну что, ребят, давайте листаем дальше. Но у него всего лишь один ножичек. А вот это, конечно, проблема. То есть скины у него реально очень-очень крутые. Посмотрите на этот Desert Eagle. Блин, братан, можешь мне его подарить, если не сложно после съемок? Охренеть. Так, ну что, ребят, листаем самый-самый-самый низ. Видим тут кучу наклеечек. Ну, то есть, как я понимаю, богатая жизнь, и он купил Gold Pass. Давайте перепроверим. А, стоп, он Gold Pass не покупал. Подожди. Слушай, а откуда у тебя этот брелок? А ну-ка, Лазероб, ты тут? Да-да-да, ты чё, ты, по-моему, перепутал. Не понял, что ты перепутал.
Вот. Откуда у тебя вот этот брелок, смотри. Вот этот брелок откуда? Это со старого. А, ну ладно, ребят, не такой уж и богатый этот лазероп. Так, ну шо, мужики, говорится, я, ну вы знаете, я человек-то добрый, я всегда помогаю нуждающимся, тем более, я дал начало этому аккаунту, и я хочу дать конец этому аккаунту, поэтому прямо сейчас мы все скины с 0.3 продадим. Ха, ладно, шучу. Поэтому прямо сейчас я захожу на мой телефон, iPhone 12 Pro Max, и прямо сейчас куплю скин у бедного, нищего лазеропа, и дам ему немножко голдишки, и мы сейчас на эту голду покрутим спинчики, подкрам кисточки, все как вы любите. Ну, пацаны, погнали. Я уже выставил скин Famas Angler, и прямо сейчас я куплю за 1600 рейс голды. Но, ребят, ничего страшного. А вы хотите халявную голду? Хотите халявную прокачку или обзор вашего аккаунта? Прямо в эту секунду прожми лайк, подпишись на мой канал и посмотри видео до конца, потому что я расскажу, как я могу прокачать именно тебя. Ну шо, лазероп, ты готов к халявной голде? Скажи мне. Да. Погнали! Погнали! 1300 голды. Я уже решил, на что мы все это потратим. Мы купим 4 спина, ребят. 4 спина. Вы спросите, почему именно 4? Но, блин, ребят, просто у меня все голды было, ну, как раз 1600 голды. Поэтому только 4. На 4 хватило. Раз, два, три. Все, 4. 4 спина. И теперь купим 8 кисточков. Ну, ребят, ну я считаю, надо купить 5 фейбл, потому что, ребят, ну, 100% фейбл это самые крутые и самые купаемые. Дальше. Один эмпайр. И 3 райвел. Так, все купил, ну, ребят, ну, посмотрите, ну, это уже, понимаете, сколько перспектива. Просто представьте, если сейчас с каждого выпадет по одному ножу. Ну, просто представьте, это 9 ножичков для лазеропа, я думаю, он охренеть такого подгона. Так, ну, шо, мужики, погнали. Крутим спин номер 1. Ахалай-махалай, там-то выпадай. Поехали, почему? Просто чекайте. Мы еще узнаем, насколько он везучий и насколько сильно его любит стендов. Так, что выпало? Рейнбоу стикер пак! Непогано. А вдруг сейчас самурай выпадет с этого рейнбоу стикер пака? Вы-то не подумали? А я подумал. И мы обосрались. Нормально. Ничего страшного. Поехали. Затягиваю просто на самый-самый максимум, ребят, потому что надо от жизни брать все. И опускаем! Поехали! Тан-та-то-то-то-то. Ой-ой-ой-ой-ой! Как же это было рядышком! И что выпадает? Легендарка! Вот это ништяк, вот это я понимаю. Повезло, нормально. Дотягиваю так до легендарки. И очень надеюсь, что выпадет нож Танта. Пожалуйста. Не, почти не все, тут уже ножик Танта не выпадет. Тут выпадет, скорее всего, скорпион. Мой любимый. Где он там? Не повезло, тебе 350 не выпало. Так. Осталась ровно последняя попытка. Ну что, ребят, делаем буст. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Аккуратно. Ой, ребята, я чувствую удачу, я чувствую богатую жизнь. Ой-ой-ой. Ну, как сказать, в принципе, и так сойдет. Скорпион кисть. Пожалуйста, я тебя прошу, по-братски, дай ножичек лазеропу этому бедному ютуберу. Так, поехали. А ну нахрен, Кердрига! Обалдеть! Вот это, конечно, крутяк, ё-моё! Вот это! Вот я понимаю, попал парень в прокачку кенту! Так, ну шо, поехали! Приказ. G-команда, приказ, выпади! О, легендарка, нифига себе! Не, почему, слушай, а так-то пошел хороший дроп! Открывая очередной ревелки. Мужики, думаем про аркану. 1, 2, 3, погнали! Ой-ой-ой-ой-ой! Блин, ну если бы чуть-чуть левее. Ну ладно, ему выпал Desert Eagle Ace еще раз. Так, может мы крафт бахнем? Опа! Бахнем крафта на... А вдруг сейчас, пацаны, сейчас АВМ ТХ скрафтим? Ну хрен его знает, лучше попробуй это на всякий пожарный. Нормально, Famas Beagle. А теперь давайте скрафтим эпик. Погнали. Аркана. Не, тупо даже аркана не прилетела рядышком. Хэштег бабушка, хэштег бабочка. Давайте, ребят, просто все думаем про бабочку. Да, бабочка. Ё-моё, опять его любимый скин Desert Eagle Ace. Так, ну шо, лазерок, можно размениться, братик. Ты доволен прокачкой или нет? Рассказывай. Ну, если сравнить с говном. А, ну да, я доволен. Не понял, доволен! Ребят, говорится. Доволен.
У кента, конечно, прокачка говняная, но я ее, по крайней мере, делаю, в отличие от других ютуберов. Поэтому, пацаны, прямо сейчас прожмем лайк, подписываемся на мой канал, ссылочка на Лазеропа тоже в описании. С вами был Кентуха, всем удачи, пу-пу-пу, пока!